Компания «Автодизайн» уже более 15 лет успешно занимается проектированием и изготовлением аварийно-спасательных машин на базе полноприводных шасси КАМАЗ. Представляем вашему вниманию последнее поколение аварийно-спасательной машины, которая была разработана и изготовлена для учебного центра ОАО «Газпром» для обучения расчетов оперативно-спасательных служб компании. АСМ предназначена для доставки расчета спасателей и комплекта аварийно-спасательного оборудования со специнструментом к местам чрезвычайных ситуаций, а также для обеспечения спасательных и неотложно-восстановительных работ при их ликвидации. При разработке и изготовлении спецавтомобилей фирма «Автодизайн» уделяет большое внимание эргономике, дизайну и качеству изготовления деталей. Фургон разделен перегородкой на два отсека – обитаемый и технический. Обитаемый отсек предназначен для размещения и перевозки до 4 человек личного состава, а также малогабаритного специального оборудования. Внутри обитаемого отсека вдоль передней стены и вдоль перегородки оборудуются по 2 спальных места. Под диванами располагаются вещевые ящики, а также бак для воды и отопитель. В отсеке размещены стол для работы и приема пищи, шкаф для документов, приборов и посуды, шкаф для одежды и личных вещей спасателей. На потолке отсека установлены 2 светильника 220 вольт, светильник освещения 24 вольт. Возле входа в отсек установлен светильник аварийного освещения, накрышный вентилятор, аварийно-вентиляционный люк. Технический отсек предназначен для перевозки основного аварийно-спасательного оборудования и специнструмента. Доступ в технический отсек осуществляется через двухстворчатые распашные двери, расположенные на заднем проеме фургона, а также через боковые распашные борта, состоящие из 2 горизонтальных створок, открывающихся вверх и вниз. Дополнительные откидывающиеся трапы и подножки обеспечивают удобный доступ к работе с инструментами. Крыша кузова фургона дополнительно оснащена местами для установки съемных контейнеров, которые предназначены для размещения различных грузов, а также плавсредств. Также на кабине и крыше фургона установлены специальные светосигнальные установки. В кабине смонтирована мобильная радиостанция GM-160, CD-плеер с 2 динамиками и антенной. Для связи с обитаемым отсеком фургона установлено переговорное устройство. Спецавтомобили, производимые компанией «Автодизайн», успешно эксплуатируются практически во всех региональных подразделениях МЧС России. Многолетний опыт производства фургонов специального назначения оригинальной конструкции, профессиональный подход и творчество гарантируют качество и реализацию самых смелых идей заказчика. Фирма «Автодизайн» готова рассмотреть возможность разработки и изготовления автомобилей любой сложности, учитывая индивидуальные запросы.